Привет всем! Сегодня мы сделаем салат на зиму с огурцами, с кабачками, с морковью, слайсами. Я решила все порезать слайсами. Вот я уже огурцы, морковь. Сейчас я покажу, как я это делаю. Огурчики обрезала, личико, попочку, и вот так начинаем. Вот этой вот штучкой для овощей. Сначала одну половинку. Вот так вот быстро-быстро. Оп-оп-оп, падают. Теперь эту половинку. Чик-чик-чик-чик. Оп-оп. О, как хорошо. Вот так. А это вот тут остается. Тут уже трудновато обрезать. Я оставляю, положу в холодильник, буду лицо протирать. Кабачок тоже уже там начала, внизу лежит. Также кабачок. Вот так же. Оп, оп, оп. И быстренько, быстренько. Тут семечки, но они молоденькие, мягенькие. Ничего страшного, пусть будут. Эту половинку теперь. Так. Чикаем, чикаем, чикаем. О, падают, падают. Вон они, слайсы, слайсы. Морковку тоже уже наделала. Сейчас одну покажу. Чикаем. Если семечки твердые, естественно, их надо удалить. Вот так вот. Где-то будут и коротенькие, ничего страшного. Вот так. Вот в ладошки так раз и доделали. Оп, все. Морковочку с тонкого конца начинаю. Теперь за этот хвостик возьмусь и тут так, 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 так. Можно приноровиться. Нормальненько. О, все. Значит, у меня здесь огурцов килограмм, кабачок полкило. И моркови 200-250 грамм. Так, значит, лук репчатый. Две средних луковицы. Отправляем сюда. Уксус у меня яблочный. 60 миллилитров я сделала. Яблочный, он 6%. Выливаем сюда. Надо было, конечно, ну ладно, ничего, все смешаем. Масло растительное без запаха, тоже 60 миллилитров. Выливаем сюда. Это у меня мерный стаканчик, тут видно все деления. Сахара. Сахара 5 столовых ложек, без горки. Соли без горки 2,5 столовых ложки. Чесночок я порезала таким мелким кубичком. 4 зубчика здесь у меня. Так, красный перец, черный перец. Красный я не особо люблю. Я немножечко, где-то чуть меньше, чем пол чайной ложки. И черный перец также. А вы там по вкусу, что вам? Перемешиваем аккуратненько. Аккуратненько наши слайсы. Ну, вот тут огурцы крепенькие, кабачок крепенький. Ничего ломаться не будет. Все аккуратненько
перемешиваем. Так, ничего не забыла. Вроде бы все добавила. Этот салат таким образом я придумала сама. Я как-то делала, ну, делала с медом. Очень вкусненько получилось. В этот раз что-то не надо, наверное, меда. Не хочу. По желанию, по настроению. Хорошо перемешиваем. Вот как. И так оставляем в чашке на столе, не в холодильнике. Оставляем на 3-4 часа. И периодически нужно подходить и помешивать, чтобы все насытилось ароматом, вкусом, солью, сахаром, перчиком, маслицем. Все, чтобы равномерно. Вот так. Оставляем на столе 4 часа. На 4 часа. За это время я приготовлю себе банки. Банки, как я стерилизую. Ну, у меня здесь это примерно на 4 пол-литровых банки. Вот такие банки у меня. Две таких и две других. Это пол-литровые. Как я их мою? Мою исключительно содой пищевой, хозяйственным мылом, горчицей. Промыть, прополоскать, налить в каждую банку примерно на 2 сантиметра водички и поставить в микроволновку на самую большую мощность, ну, минуты на 3, на 3-5, чтобы водичка там кипела, кипела, и банки, чтобы стерилизовались. Потом достаем баночки, выливаем воду и все банки кладем на полотенце или куда там, чтобы они не катались. Кладем обязательно на бачок, так они быстрее высохнут. И все, баночки будут у нас чистейшие. Ждем 4 часа. Итак, прошло 4 часа. Я разложила салат по баночкам. У меня получилось 2 пол-литровые вот эти баночки, а это 680 грамм. Ну, я так и предполагала, около 3 баночек. Тут немножко осталось вот так жидкостью. Сейчас вот у меня картошечка пожарилась. Сейчас покушаем. Баночки я простерилизовала в микроволновке. Крышки, естественно, отдельно. Вот они у меня кипят. Ой, горячущие кипят. Вот они в баночке. Их в микроволновку нельзя. Теперь ставим эти банки в духовку на 150-180 градусов. Смотря у кого как будет греть. У меня греет сильно. Я поставлю на 150 на 20 минут. Я думаю, хватит. Баночки небольшие. Ставим в духовку на сетку. В холодную духовку ставим, чтобы банки вместе с духовкой нагревались. Закрываем. Так, я ставлю себе на 150 на 20 минут. 20 минут пройдет. Достаем на стол. Берем крышечки, закручиваем. Ставим здесь на стол под шубу. Переворачиваем баночки, проверяем, чтоб не текло. И здесь укутываем прямо на столе. У меня будут стоять. Будут стоять до полного остывания. Вот такую вкуснятину я придумала. Это сейчас вот я уже пробовала. Ой, очень вкусно. Не бойтесь, делайте слайсами. Вообще даже приятно так. Красивенько. Всего доброго. Спасибо за просмотр.